чем я занимаюсь, называется скрим-шоу. Развитие появилось в период китобойного промысла, когда были длительные переходы. Говорят, что моряки занимали себя тем, что делали скрим-шоу на китовых зубах, используя при этом нагар черный от ламп в качестве пигмента. Много работ антикварного характера они вот начали с тех времен. Считается наиболее ценным традиционная техника, то есть использование никаких не механических средств, а именно вот простой иголки и руки и глаза. Все.